Вот так постепенно мы подобрались к главному, еще предстоящему событию, о котором нельзя не упомянуть в главном эфире. Вся страна сейчас в предвкушении Дня независимости, и это сложно не заметить. У режиссеров, дизайнеров, артистов сейчас очень активная пора. Только в столице больше сотни арт-инсталляций, билбордов. Тысяча живых цветочных композиций уже украсили все районы города. Ко Дню независимости художники разработали новые праздничные сюжеты, акцент на природные мотивы, в декоре золотые колосья, васильки, которые обыграют и в театрализованном представлении. Постановка «Мой родный кут» вслед за парадом войск Минского гарнизона даст старт торжествам в самом сердце столицы. У стелы «Минск – город-герой». А потом в режиме нон-стоп пройдут гуляния во всех районах столицы. У Дворца спорта развернется город мастеров. Артисты предложат свои песенные и танцевальные номера. Здесь же состоится турнир по силовому экстриму. В парке 900-летия Минска детский велоквест, а у Чижовка-арены уличные гонки, молодежная дискотека и перформансы. Всего запланировано более 30 мероприятий. Кульминацией станет гала-концерт у Стеллы. А под занавес за час до полуночи в Минске 30 залпов салюта устремятся в мирное небо. Ну, конечно, яркие залпы в этот день мы увидим над всей страной.